Армавирский электромеханический завод вот уже 10 лет зовут более емко – «ЭЛТЭЗа». Предприятие входит в состав акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы». В преддверии Дня железнодорожника коллектив отмечает юбилей, чествует своих ветеранов, передовиков производства. Поздравить заводчан с профессиональным праздником приехали и гости. Торжественную часть открыл глава города Андрей Харченко. Я хотел бы вас от лица всех армавирцев, администрации города Армавира, поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с маленьким юбилеем. Хочу пожелать вашему трудовому коллективу, самое главное, экономической стабильности. Хочу сказать, что вот все показатели за последние годы, мы видим и подъемы, видим и снижения, это все объективно, но самое главное, мы видим отношение руководства вашего предприятия по отношению к своим работникам. В состав акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» входит 6 предприятий. Армавирский филиал стабильно держится на почетном 3-м месте. Несмотря на трудности, которые в последнее время коснулись отечественной промышленности, здесь удалось сохранить коллектив передовиков производства, а также стабильно выдавать прибыль. В настоящее время головное предприятие выходит на международный рынок. Значит, и у армавирских железнодорожников будет работа. Сегодня у нас в проекте участие в серьезном инфраструктурном проекте в Монголии, в Замбии и во Вьетнаме. Ну и, естественно, мы на те инфраструктурные зарубежные проекты, куда будет выходить РЖД, ЭЛТЭЗа тоже будет стремиться попадать. То есть мы стараемся сделать свою продукцию конкурентоспособной, продукцию хозяйства ЖАД. В преддверии профессионального праздника ветеранам и передовикам производства вручили почетные грамоты от губернатора Краснодарского края, руководства головного предприятия и акционерного общества «Российские железные дороги». Благодарности от главы Армавира. На заводе часто проходят конкурсы «Лучшие по профессии», а также спортивные соревнования. В зале долго не смолкали аплодисменты, а потом гости и сотрудники рукоплескали своим артистам. Знаменитый коллектив «Заводские заводные» порадовали новой концертной программой. Вишня в саду подарит нам с тобой с неба звезду, и зашумит листвою память храня, как нежно я любил тебя. За годы работы на Армавирском электромеханическом заводе сложилось много традиций, и одна из них – передавать опыт работы от старшего поколения младшему. Не стало исключением и руководство. Я вас всех благодарю за тот труд, который каждый из вас внес в завод, в становление завода, в развитие завода. Пожелать вам всем счастья, здоровья и долгих-долгих лет жизни. Коллектив работает, прошли полгода трудностей, но сегодня есть объемы производства. Есть заказы, которые мы выполняем, реализуем их совместно с российскими железными дорогами. За свою историю завод пережил 7 реконструкций. В настоящее время также не все стабильно. Но крепкий и слаженный коллектив, мудрое руководство, несмотря на все тернии, уверенно продвигается вперед к новым достижениям. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».